Так, по центре. Значит, вчера случилось невероятное. Есть такой персонаж, как Мелшер. Я его скинул в Телеграм, но, во-первых, это была поздняя ночь, а во-вторых, люди не поняли, зачем я скинул на него ссылку. Но вчера был самый охуенный стрим Мелшера за последнее время. И самое главное, то, что у меня есть все записи, потому что я попросил Лаврика сохранять все ебучие тайм-коды, потому что Мелшер стримил, как он спит, и я над ним издевался. Итак, начинаем. Я не издевался, это был дружеский прикол, чисто по-дружески. Так, первая запись. Деньки. Слушай, друже, родненький, ты не можешь уже взять самокатик и приехать к нам в Уфу? Это 4 Просыпайся, утра, поехали если что. кататься. Блять, он здесь не отреагировал, но он услышал, потому что во втором донате есть. Сейчас, дальше. Деньки. Игорь, хуйна. Чё молчишь, нахую торчишь? Чё тебе снится? Ты спишь, Игорь, ты спишь? Ты сейчас спишь? Я на самокате ехал. А что такое? Блять, Лаврик, а твое не сохранилось? Лаврик, скажи, на каком тайм-коде твое, пожалуйста. Ты смотришь стрим? Скажи, на каком тайм-коде то, что ты сделал. Пожалуйста, срочно. Срочно скинь. Так, вот это. Деньки. Игорь, давай сыграем в игру. Кто двинется, тот натурал. Время пошло. Запомнили, да? Смотрите. Запомнили. Следующий мой донат. Следующий. Деньки. Слушай, Алиса, включи Кадиллак. Громкость 10. А, это не то, это не то. Включаю Блядь, Моргенштерн, сука. LJ, песня Кадиллак. Осторожно, детям лучше этого не слышать. Так, подождите, сначала... Да, сначала я ему сказал, кто двинется, тот натурал, и он не отреагировал. Но потом, вот. Игорь, у тебя встал хуй, спрячь, а то тебя забанят сейчас, блядь. Спасибо, брат. Все, нормально. Забайтил. Забайтил. Дальше. Деньки. Слушайте, я рыгаю. Эй, блядь. Сука, не получилось. Так, блять, у него всего по 10 секунд было, я иногда хотел прям побольше. Короче, потом Мелшер двинул ногой, у него как-то стоит, интересно, стоит так лампочка, он двинул ногой, и тень прошла так, как будто тут кто-то прошел. И мы подумали то, что у него реально в квартире кто-то ходит. Деньги. Маушер, Маушер, у тебя воры, 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 где кто-то зашел в комнату. Я не знаю, может быть, это байка, там тень какая-то была. Маушер, просыпайся, у тебя вот. Вообще похуй. Вообще похуй. Бля, ему там этот авиасирену включали, и он ему вообще было похуй. А, вот она, да? Вот она. Ужас. Ужас. Ему вообще похуй. Да, нормально. Нормально. Похую. Так, сейчас, подождите, еще. Деньки. Блять, Игорь, заебал храпеть, не храпи, дай поспать, блять. Ты сам не спишь, и другим не даешь. Или сам спишь, и другим не даешь. Да пошел ты нахуй. Похуй, ладно. Неважно. Неважно, неважно. Так. Деньки. Я такой крутой, я разнесу вас, будто бы сбитый сифилис. Я проработал в секс-шопе 5 лет, и теперь я
просто бог, бог, секси, а, да. Похуй. Верьте, Дженки! А, подожди, сразу. Фу, блять, кто напердел, Игорь? Ты что ли, сука? Но это чисто по-дружески. Это чисто, ну... Это по-дружески было все. Верьте, Дженки! А, ну я вам этот трек поставлю, там плохо записалось. Я вам сейчас поставлю трек. Сейчас еще. А вот это я не видел уже, это я уже ушел со стрима. Верьте, Дженки! Похуй. Так, ладно, пацантре, ставлю вам Игоря, трек Игоря, который он мне посвятил лет 6 или 7 назад. Готовы? Это правда, ну вот, ну реально лет 6 или 7 назад. Сейчас. Сейчас, мне надо будет найти момент, там просто, ну там слова некоторые есть. Кирилл Баранов, мой друган, лучший видеоблогер и просто отличный пацан. Общаться с ним мы начали не так давно, но за это время мы полюбили друг друга. Алло. Алло, алло, Кирюша. А. Заходи в трибуну в СПК. А я думал в личку. Не, ну там трибуна будет, там, ну, там поинтереснее, поприкольнее будет. А зачем трибуна? Мне кринжово будет. Почему? Ну, типа, все будут слушать, ну, не то чтобы в прямом эфире, а прям в Дискорде будут сидеть и слушать, как я постройки обсираю. А, да это похуй, там никто говорить не может все равно. Так они слушать будут, мне кринжово, реально. Ну, одно дело, когда они на стриме это, а когда они просто будут слушать в трибуне, как я делаю обзор на их город, это будет кринж. Чё? Ну, там прикольные постройки, там нечего обсирать, это во-первых. Во-вторых, там есть еще Ванкевич, ведущий. Ага. Он красиво все расскажет. А, да? Да, да, да. Не, там нормально будет, там прикольно. Заходи позже. Ладно, хорошо. Приезжай в Уфу, братик. Блять, какая-то сука пишет в чате, я не могу понять, блядь, чат летит, я не могу его отловить, блядь. Он какой, я не могу ник найти. Кто-то пишет, блядь, а он Криосана смотрел, а он Криосана смотрел. О, это бан нахуй. Я не могу его забанить, блядь. Забани он нахуй, блядь. Да, у меня, кстати, нету еще модерки, блядь, на Твиче. Какая-то сука пишет, а он Криосана смотрел. Вот сука. Такая сука. Вот же сука. Вот сука. Вот сука. Угу. Мы не кидаемся друг друга. Сейчас, ну ладно, похуй. Ладно, неважно. Ладно, сейчас. Все, я тогда захожу в Дискорд. Все, трек потом... Ну, я готов его слить за 5000 рублей.